Морские львы станут главными героями нового шоу у Гомельским цирку. 5 ластоногих живел прибыли в областный центр Санкт-Петербурга и зараз отпочивают перед початком репетиции. Новая программа под названием «Цирк-шоу морских львов и бурых медведев» порадует незвычайными номерами и великой разностайностью живел. Морские львы, яких дрессируют представницы ведомой цирковой династии сестры Чугуновы, безумовно станут ее цвиком. У компании ластоногих один самец 22 годового возраста и вагой каля тонны, и 4 самочки. Не глядя на ласты и гигантские померы, эти живелы досить грациозные и шустрые. Они гуляют с мячом, крутят обручи, робят ластовку и послухмяно выполняют указания своей наставницы. В якости узнагороды отримливают рыбу. По словам дрессировщиц, складанность работы с морскими львами у тем, что на их нельзя поуплывать ни ланцужком, ни палочкой. Главное – правильный харчовый режим и доброе ставление. Они всю жизнь с нами, практически вот, которые взрослые их привезли маленькими с острова Тюленей, вот, да, это там, где остров Сахалин, там есть такой остров, где живут, это морской северный лев, это единственный северный лев, который проживает в России. Глядачи так само смогут увидеть енотов, собачек, коней, малпашек и медведев, которые прибудут в областный центр на днях. Артисты будут гастролировать у Гомеля с 5 мая по 3 червня и закроют своим представлением этот цирковый сезон.